Трансляция представлена Carlsberg и McDonald's, официальными спонсорами Евро-2004. Чемпионат Европы – важнейший континентальный футбольный форум. Воплощение высшего командного духа, концентрация всех физических и волевых усилий игроков. Когда перед самым стартом Евро из обоймы Ярцева выбыли сразу два ключевых защитника, оставалась стойкая вера в единение сборной, которое все видели минувшей осенью. Увы, и в этом аспекте уже в Португалии российская команда оказалась не безгрешна. Якташи заварилась спустя считанные минуты после окончания матча Испания-Россия. Немногие из наших футболистов уделили внимание прессе. Среди них был и Александр Мостовой, сказавший нашему телеканалу буквально следующее. В принципе, никто на нас не ставил. Это мы знали раньше, что Испания, в принципе, команда считается намного сильнее, поэтому... Если бы мы удержали эту ничью, я думаю, был неплохой результат. Ну, конечно, расстроились сильно. Мостовой, как и его партнеры Смертин, Оленич и Попчинников, раздал еще несколько интервью. На следующий день испанская спортивная газета «Марка» вышла с кричащим заголовком: «Мостовой не верит в такую сборную России». Доброжелателей в кавычках хватает везде. До Ярцева суть заметки в испанской газете донесли очень быстро. Георгий Александрович весь день после игры был не в духе. Это по свидетельству игроков. А вот уже в понедельник появился в русском футбольном центре на встрече с болельщиками внешне абсолютно спокойным. Хотя отдельные реплики из зала, мягко говоря, не доставляли удовольствия наставнику сборной. Месяц назад вот такой же специалист футбола встретил меня в коридоре и говорит: Георгий Александрович, есть план подготовки сборной, который обеспечит, ну, как минимум, призовое место. Я ему говорю: сейчас приедет Колосков, я лично напишу заявление ради футбола России, и ты веди их. Он говорит: нет. Вот какой вы, понимаете? Болельщики в большинстве своем и не подозревали о бурлящем конфликте в лагере сборной. Да это может и к лучшему. На эту тему Ярцев высказался уже после того, как страждущая толпа получила свою порцию автографов. Я никогда не критикую и, наоборот, выступаю всегда с позиции.